Посмотрим, вы взять эту свою положу. Да у меня хуй есть, давайте. Папа, не аккумуляторы там наготове. После аккумулятора там потом переместимся. Скажешь, мы будем где-то метров 3 за равно. Там лед не готов. Все равно пора. Так, вот этот рюкзачок можно туда утянуть? Этот рюкзачок можно туда утянуть? Да, возьми. Я по своим там крыльям снимать. Никак есть, не слышно, не слышно никого. Действительно, вот. 20 человек сюда. Кто владеет? Вот в том-то и дело, что он у меня снимает. Ребят, Ваня близко у нас? Ваня, вот. Можешь выйти? Ваня, выйти можешь? Федрико. Раз Ваньку пропустите. Так, Кирка. Так, ну что, друзья, что-нибудь видно? Кирка, вы не вместе. Кофр держите. Кофр возьмите. Сейчас, Олег, извините. Кирка, я еще, по-моему, не мещу сейчас. Там что-то нужно. А вот здесь, посередине. Ой, надо на самом деле. Ой, давай. Я держусь. Нам, ребят, нам нужно сесть, лечь, чтобы народу было видно, что ли. А мне не видно. Ну да, ты что? Чешки. О, ага, отлично, Батяня. Вот так видно, ребят, да? Нет. Туда, управляем. И поехали. Поехали. Прям включайте. Все, здесь перерывы. Передавай его. Альбина, по-моему,
Ребята, одевайте рюкзачки. Как считаешь?